Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Значит, сегодня самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Перед началом видео не забывай подписаться на мой канал, нажимай красную кнопку внизу под этим видео, сделай так, чтобы она была серая. Если она уже серая, то не нажимай, а иначе ты отпишешься. И также, если тебе нравится видео, ставь лайк. Больше лайков, чаще видео, ну и колокольчик, чтобы получать периодически уведомления о моих новых видосиках. Ребята, сегодня я решила сделать просто бомбический криптовый видос. Я заказала два зелья на сайте Darknet. Как вы думаете, что это за зелье? Пишите прямо сейчас в комментариях, что это за зелье и что это за зелье. Ребята, я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Правильный ответ обязательно пролайкаю и поставлю сердечки. Так, ребята, это зелье сирена голового, а это зелье слендермена. И сегодня у нас будет перемешка сиреноголовый против слендермена. Я смешаю эти два зелья в одно и попробую. Я не знаю, что может произойти. Возможно, у меня взорвется голова, а возможно, я стану наполовину слендерменом, а наполовину сиреноголовым. Это просто жуть. Некоторые американские блогеры уже пробовали такие эксперименты, и то, что у них получалось, просто повергло в шок. Ребята, так что собирайте там чаечек, наливайте, берите печеньки, садитесь и наблюдайте, как я смешиваю этих два зелья из Darknet. Ребята, сами никогда не повторяйте, лучше почаще заходите на мой канал и смотрите видео про зелья в 3 часа ночи, или про то, как я делаю гомункулы, или вызываю духов, иду на охоту за монстрами. Очень много разного мистического контента. Если вы любите мистику и страшилки, как я, то добро пожаловать в нашу семью. Ну а мы начинаем, ребята. Итак, что лучше, сиреноголовый или слендермен? Я не буду их пробовать, я просто понюхаю. В принципе, сиреноголового зелья мы уже заказывали на сайте Darknet, так что вы можете посмотреть это видео на моем канале. Просто зайдите во вкладку «Все видео» и поищите, там есть, что я пила зелье сиреноголовое, это было бомбически. Но я никогда еще не мешала два зелья в одно. Так, это у нас зелье слендермена. Запах кислятины. Знаете, когда протухают помидоры, ну или что-то закисает, типа старого супа. Отвратительно кислая вонь. А, жесть. Ладно, добавляем немного в наш стакан для смешивания. Отлично. Зелье слендермена. А теперь зелье сиреноголового. Ну что, дружочек, главное, что сейчас тогда добавлю, так, как, знаешь, когда на уроках химик показывает капельку. Блин, это были не шутки, он прям взорвался. Взорвался? Да, он прям взорвался. Ой. Это у нас сиреноголовый? Да, это зелье сиреноголовый, и он воняет железом. Он вообще сиреноголовый, он из чего состоит? Он состоит из проводов окаленных, ржавчины, ржавые такие провода, переплетенные. На башке две у него сирены, и он, ну, наверное, какой-то железно-металлический. Реально, как вот провода, как железо. Блин, как они так делают, я не знаю, ребят. Просто как они это делают, я не знаю. Так, ладно, добавляем. Добавляем. Я надеюсь, что ничего не произойдет. Ага. Отлично, ребята. Цвет. Да, нет, самое главное, что не произошло взрыва никакого. Это уже хорошо. Но реакция идет. Видишь, пузыри идут. Значит, это сейчас реакция идет смешивание. Блин, просто чувачища идея. Я не знаю, что из этого выйдет. Но давайте уже это все. Смотри, здесь вообще нет пузыриков. Закрывать. Да, здесь, ну, произошла реакция. Мы смешали два зелья. И теперь здесь... Сейчас мы помешаем. Ядовитая смесь сиреноголового против слендермена. И это все сейчас на ваших глазах я выпью. Я думаю, что это достойно лайка, как минимум. Мама мия, киргуду. Там какие-то вкрапления, как будто как
Просто она вот размешалась, и там вкрапления, как вот частички какие-то кровавые. Не знаю, на камере вряд ли видно. Прям частички какие-то. Господи. Я не знаю, как это пить. Это просто отвратительно. Отвратительно. Но я сделаю это, потому что вы в последнее время вообще молодцы. Много лайков собираете, смотрите мои видео постоянно, пишите клевые, позитивные комментарии. Самые крутые комментарии я добавляю в свои видосы. В общем, это все для вас, чтобы был вообще супер-пупер контент. Потому что зелье выпью чуть-чуть, длиться будет, я надеюсь, недолго. То есть максимум несколько минут, и потом я вернусь восвояси в свое тело. И это хорошо. Ладно, ребят, на счет три я пью, да? Я пью? Ага. Раз, два, три. Господи, я заткну нос, потому что вонь вообще отвратительная. Точно пью? Я не верю, что я пью эту гадость. Ну как? Ирина, что? Ирина, что произошло? Ирина, тебе плохо? Фу. Чего-то у меня обратно пошло это. Черт. Я не знаю, что-то я проглотила, а что-то вырвалось наружу, я не знаю. Подожди, кровь, она свернулась. Да. Кровь сиреноголового. Я не знаю, что происходит. Черт. Ирина. Тебе надо отдохнуть. Куда ты идешь? А, черт. Блин. Наверное, это плохая была идея. Слушай, мне как будто нафиг разрывает пополам. Ирина. Там точно была, значит, кровь. Там была пополам. Кровь сиреноголового. Слушай, они рвут меня пополам. Успокойся, дыши, дыши. Черт. Звук слышишь? Черт. Лесу. Походу, мы его призвали. Или другие сиреноголовые чуют меня. Звук слышишь? Сирена. Они зовут меня. Я иду к вам. Once again. Ирина! Звук пропал. Звук сиреноголового, ты его нигде не видел? Я видел что-то вот там, наверху. Может быть, там был Слендермен? Иди проверь. Я в порядке, иди. Мне кажется, я что-то видел. Что произошло? Ирина, где ты? Черт, она пропала. Значит, она превратилась либо в Слендермена, либо в сиреноголового. Ирина, ты где? Надо выйти на дорогу. Ирина, где ты? Это что? Слендермен? Не может быть! Ирина превратилась в Слендермен! Ирина? Ирина, это ты? Ирина, что произошло? Черт, где? Черт! Это что, могила? Это могила. Черт! Это могила Слендермена. Ой, жесть.
Жесть. Что происходило? Мне кажется, я была в отключке, кто-то. Я в лесу видел сиреноголового слендермена. Погоди. Я ничего не понимаю. Я вспоминаю, что как будто сиреноголовый тащил меня в эту яму. Что произошло я дальше? Я помню, он тащил меня. Видимо, я добавила слишком много зелья слендермена. Я ощущала себя слендерменом. И сиреноголовый напал на меня и бросил в эту яму. И это зелье с кровью слендермена и сиреноголового. Ты все перемешала. Это была просто какая-то жесть. Короче, сиреноголовый меня нашел. Он нашел меня в теле слендермена. Это была просто жесть. Просто жесть. Куда ты идешь? Ты видишь зелье сиреноголового практически растворилось в зелье слендермена. Оно поглотило. Слендермен. Я в него превратилась. Сиреноголовый почувствовал, видимо, родную кровь и пришел. Блин, это вообще мне повезло, что я осталась живых, ребята. Если вы тоже безумно перепугались, поставьте лайк, ребята. Но мы совсем скоро с вами увидимся в новых видосах. Пока!